Приветствую вас, дорогие мои любительницы повышивать на канале Креативные Вышивки. И сегодня, наконец-то, я открываю завесу своего нового во всех смыслах для меня проекта, который проходит под кодовым названием «Медсестрички». Я их так ласково называю с того самого момента, как они оказались у меня в руках. Теперь и вы можете оценить масштаб моего сумасшествия, потому что я влюбилась в этих медсестричек бесповоротно. Художница, которая нарисовала этих медсестричек, это американка Патрисия Бакли-Мосс. Но о ней я буду рассказывать немножечко попозже. Сейчас я хочу, чтобы вы внимательно разглядели эту вышивку. Ну, это картинка, понятно, это моя будущая вышивка. Поэтому сейчас, вообще сегодня, мы будем говорить об этой работе. И дальше вы узнаете, что я еще сниму для вас болтологическое видео. Хотела сказать болтовлог. Нет, на самом деле просто обычную болталку, которая будет относиться непосредственно к этой вышивке. Мне кажется, что эта работа, она действительно уникальна. Пускай это будет субъективное мое какое-то мнение, но пусть я буду выражаться субъективно, она действительно уникальна. А чем же уникальна эта работа? Ну, во-первых, вы видите, что здесь изображены медсестры, и одна из них, она держит в руках черную кошку. У этой черной кошки желтые глаза. У второй медсестрички, что вы видите, у нее в руках черный саквояж. И у третьей медсестрички находится кукла. Но почему-то мне показалось, что это самая настоящая кукла Вуду. Кукла Вуду, она может выглядеть как обычная кукла, тряпичная, неважно. Именно свое название Вуду. Ну, я предполагаю, да, она приобретает за счет того, что над этой куклой производятся магические манипуляции с помощью игл. А эти иглы как раз вы можете разглядеть в руке третьей медсестрички. В одной руке она держит куклу, а в другой руке я очень долго присматривалась, что же это может быть, но все-таки мне кажется, что это иглы. Как вам кажется? Мне кажется, что да. Если вы хотите более детально услышать, что я думаю по этому поводу, и я буду рассуждать и философски как-то смотреть другими глазами на эту картину, то проходите по ссылке под видео. Это тайная ссылка. Просто так на канале вы ее не увидите. И, конечно же, к этому раритетному подарку, который имеет год выпуска 1989 года. Это раритетная схема. Мне в эту схему была вложена мини-презентация. Итак, сейчас я буду читать, естественно. Патрисия Бакли-Мосс от художницы. «Приветствуем вас, медсестры! Вы те, кто нас лелеет с первого вздоха до последнего. Какие вы мягкие, нежные и заботливые друзья! Мы любим вас такими, какие вы есть». На другой стороне написано, что схема разработана фирмой June Greek Design по эксклюзивной лицензии. А также мне предлагается канва или ткань 22-го каунта. А так, дальше, подпись внизу на вышивке. Господи, пожалуйста, сделай плохих людей хорошими, а хороших людей нормальными, чтобы с ними было легко жить. И моя подруга предполагает, что действительно по скриптам в самой картине явно есть скрытый смысл. Почему три сестры? Почему с кошкой? С акваяжем? И спицами с куклой? Художница здесь что-то личное зашифровала. Так что вот такое было вложено мне послание.
к этой замечательной схеме. Будем это все изучать. И напоследок я хотела поделиться шикарными, просто великолепными, на мой взгляд, картинами от Патрисии Бакли Мосс. А на этом я буду заканчивать это видео. Естественно, будет продолжение, потому что ниточки и ткань равномерного переплетения ко мне уже едет. Со дня на день я должна ее получить, и я начну этот замечательный, прекрасный, просто великолепный, на мой взгляд, на мой вкус, естественно, субъективный, а вот такой вот замечательный процесс. На этом давайте с вами сегодня попрощаемся. Увидимся и услышимся в моих новых видеороликах. И всем пока!